Вязание рельефного узора из полустолбиков. Провязываем цепочку из воздушных петель, одну петлю пропускаем и в следующую провязываем полустолбик с одним накидом. И так вяжем в каждую петлю до конца ряда. Ряд провязан. Переворачиваем работу и вяжем следующий ряд. Провязываем для подъема одну воздушную петлю, затем делаем накид и во вторую петлю вяжем полустолбик с накидом, вот таким образом. И так вяжем полностью весь ряд за заднюю полупетлю. И вот я провязала второй ряд. И теперь вяжем воздушную петлю и провязываем точно так же, как мы вязали второй ряд. Вытаскиваем петлю и 3 петли вместе. И таким образом провязываем все ряды одинаково. Вот я провязала, и получается такой очень рельефный узор. Далее все ряды провязываем как второй ряд. Это очень интересная объемная вязка. Выглядит одинаково с обоих сторон и даже напоминает вязание спицами. Немножко эластично тянется. Можно использовать для шапочек или для других вещей. Дорогие друзья, хочу вас очень поблагодарить за теплые отзывы о моих уроках, за то, что подписываетесь, ставите лайки и остаетесь со мной. До новых встреч!